Бизнес – это в своем роде игра, а мы с вами – игроки. Правила игры определены заранее, но все мы знаем, что у каждого есть свой козырь в рукаве. Мы вольны по-своему распоряжаться капиталом в наших руках. День за днем мы продолжаем играть, соглашаясь с условиями или повышая ставки. В конце концов, ничто не мешает нам пойти ва-банк. Успешного игрока определяет умение балансировать между холодным расчетом и решительными действиями. Все, как и в бизнесе, вы анализируете ситуацию, оцениваете свои возможности и, наконец, делаете ставку. Эта игра никогда не заканчивается. Да, в каждой партии есть победитель, но будьте уверены, стоит ей закончиться, как начинается новое. Выйти из игры и остаться с тем, что есть, или рискнуть и продолжить – это ваш выбор. Но помните, что настоящий профессионал всегда остается в деле.